навестить вчерашнего друга. Следы есть. Ходил тут. Где-то под елку спрятался. Зову, не выходит. Где-то вон дочки под елку зашли. Заскакал. Придем еще попробуем потом. На. Вылезет, может, боец, приду в обед, еще посмотрю. Миша. Ажиотаж. А вон он, этот друг мой. Нашел я его. Елки-палки. Гришка. Гришка, иди сюда. Гришка. Гриша, иди сюда. Гриша. Стой, иди сюда. Гриша. Иди сюда. Иди, иди. Гришка. Сейчас я тебе распакую. Сейчас, Гриш. Иди ко мне. Иди. Иди, мой маленький. Иди, Гриша, иди, 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 не бойся. Гришка, на. О, молодец, молодец, молодец. Я его. Он, оказывается, тут в кустах сидел, как голубей начали кормить. Он пришел. Кушает, кушает наш Гриша. Не бойся, не бойся, кушай. Я ж тебе ничего не делаю. Кушай, кушай, Олеша. Бедолага. Иди сюда. Иди. Выходи. Гришка, на. На. Иди сюда. Гриша, иди, иди, иди. Иди, Гриша. Гриша. Иди сюда. Иди, иди. Не бойся. Клюй, клюй. Кушай, кушай. Что, орехи тебе не нравятся? Странно, орехи не ест грецкие. Куда-то мой друг улетучился, не могу опять найти его, он где-то прячется. Пойду там он еще посмотрю, может, он туда перешел. Но он где-то сидит в этих, в елках, в елках. Там тоже нету его. Куда делся? Куда делся мой друг? Но буду идти с базара еще от своего друга Гришку. Схватил одну семечку. Сейчас попробуем его поймать и вылечить. Подержу дома его. Сейчас придет мой крестник. Мы его отловим. Подержу, покормлю, клетку куплю. Потом к ветеринару, чтобы крыло ему сделал. Ну, такие планы. А как Бог даст, посмотрим. Будем пробовать лечить. Так что пока пусть так. Кушает, кушает. А орехи грецкие не захотел кушать. А семечки клюет. Семечки клюет. Но боится что-то. Боится. Отходит куда-то в сторону. Расклевывает. Дружок мой. Опять за семечки. Кушай, кушай, Гриша, кушай. Щелкает он их ловко, они разлетаются аж в разные стороны, семечки. Бери, бери, кушай. Куда? Куда? Прям на руки садятся, на плечи. Ну смотри, куда садятся. Ужас. Ужас. Прям только семечки насыпал, а этот прям на плечо уселся. Вот сидит. Это же жесть. Ты чё? Прям на руки и на плечи. Ужас, ужас, ужас. Кругом садятся. Кошмар какой. И на руках, и везде. Это смотри, что творится. Вот, вот. Ужас. Ужас, ужас, ужас. Куда? Куда вы? Вы что? Смотри, сколько их поносило. Вот это да. Вот это у фотографии. Все, давайте, отвалите от меня. Кыш, 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 кыш. Объясняю.
что он... Поймать его не можно, да? Ну, у меня сейчас крестник придет, поймает, я его не могу поймать, а крестник придет, пацан, 14 лет. Ага. И поймаем мы его, попробуем, по крайней мере. О, он летает! Он летает! Ну, да. А я думал, он не летает! Ага. Понял? Я понял, думаю, вот это да, он, я его каждый день вижу, он тут лазит, понял? То тогда его не надо и ловить. Ну вот я ж про что и говорю. Он, оказывается, летает. Тогда мы его и не будем ловить. Тогда мы будем просто его ходить подкармливать. Где ты там сидишь у меня, я тебя почему-то не вижу. А вот он сидит, залетел на дерево. Мой друг Григорий. Григорий, как твои дела? Кушает мое Гриша пшено утреннее. Не зря я насыпал. Гриша наш летает, оказывается. Плохо, но летает. Забирать мы его не будем, лишать свободы. Будем ходить подкармливать и выставлять вам его жизнь, Гришина. Ну, так я его назвал, Гриша. Посмотрим, перезимует, не перезимует. Но голубей он отгоняет от себя. Борзый, борзый паренек. Он наелся уже, пошел куда-то. Куда-то уже пошел. Ты куда пошел, Григорий? А? Гриша, ты куда пошел? Гришка, ты куда пошел? Ты не бойся меня, я тебе ничего плохого не сделаю. Гриша? Гришка, Гришка, хороший мальчик, Гриша хороший мальчик, Гриша, 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 Гришанька, Гришаня, Гриша хороший мальчик, хороший. Кто тебе крыло это так вывернул? Какой-то хулиган, неаккуратно. Ну давай, сейчас будет тебя кормить, еще придет крестник мой и друг. Они, наверное, мясо тебе несут, я не знаю. Посмотрим. Гриша семечек дал. Гриша сел вот на эту штучку. Гриша семечки щелкает. Гришка. Гришка. Гришка, красивый ты. Конечно, Гриша. Симпатичный. Гришенька, а, Гришенька, ты не хочешь ко мне жить пойти? Не хочешь? Ну, красивый ты вообще, Григорий. Хороший Гришка. Положил ему грецкие орехи. Ну, вроде клюет, что-то пытается. Но что-то они ему не нравятся совсем, грецкие орехи. Хозяин, хозяин,